Дина Фрос. Дина Фрос. Четыре друга в прошлое идут. Дина часы укажут им маршрут. Человечество спасти им предстоит. Но их путь драконами кишит. Выбора нет, нужно огненный камень найти. Супергерои готовы к сражению. Драконы не будут легкой мишенью. Динафрос. Разные все, но вместе команда. Динафрос. Простые шаги сразу обратно. Динафрос. Сражаются вместе на благо планеты. Время их пришло, впереди победа. Дружба наша главная сила. Финальная битва землю настигла. Вся надежда на команду Динафрос. Легенда огненного камня. Доброе утро, Кайра. Позволь, я помогу тебе. Кайра не хочет, чтобы ей помогали. Кайра все может сделать сама. Перестань! Что я такого сделал? Ты ведь даже не знала, что я здесь. Кайра никогда не знает, где есть Том. Это хорошо или плохо? Я очень надеюсь, что это хорошо. Кайра и Том, мы такие разные. Это верно. Прости, Том, но ты должен услышать, о чем они говорят. Гена говорит, это плохой знак, очень злой. Летающий остров есть плохо. Остров не летать. Чужаки приносить несчастье. Но, по-моему, кому-то следует придержать язык. Чужаки пришли, драконы стали злить. Они стали сильнее и опаснее. Он хочет настроить против нас всю деревню. Динафрозы плохо. Довольно. Генна, не говорить правду. Кайра, не хотеть знать правду. Теперь, когда мы понимаем друг друга, давайте во всем разберемся. Уходи, и проблем не быть. Послушай, мы могли бы уйти, но кто тогда будет защищать вашу деревню? Поблагодарил бы нас за то, что мы для вас делаем. Прекратите этот спор. Но, папа! Мы просим прощения, если мы вас оскорбили. А сейчас позвольте нам продолжить работу. Правильно сделал, что сказал ему это. Эрик, я просил тебя изучить это устройство, а не подслушивать чужие сплетни. Зато благодаря звукофону мы наконец узнали, что о нас говорят в деревне. Одна половина жителей благодарна за помощь, а другая, похоже, не очень. Мы здесь не для того, чтобы заводить друзей. Не забывайте, что здесь мы всего лишь гости и должны относиться к местным жителям с уважением. Знаю, тебе непросто в этом мире, сынок. В далеком прошлом, среди военных и техники, не с кем даже поиграть в игры. Все в порядке, пап. Разве ты не помнишь, я сам напросился поехать с тобой. Спасибо, Уилл. Ты большой молодец. И ты даже не представляешь, насколько важной может оказаться твоя помощь. Я не только твой сын, я и твой солдат, и готов помогать во всем. Я выполню твое любое задание. Узнаю своего сына. Скоро ты тоже займешься делом. Профессор Строкер, Уиллу пора принимать лекарства. Спасибо. Да, конечно. Хорошо, Хелен. Пойдем обратно. Конец связи.
Нас ждут большие дела. Влад, а не кажется ли тебе, что Дракемон мог бы поделиться своими соображениями относительно летающего острова? Отстань от него. Он уже сказал, что ничего об этом не знает. Вот именно. Странное дело, в небе откуда ни возьмись появился остров, а ты этому даже не удивлен. Он рассказал нам все, что ему известно. Мы ведь братья по оружию. Летающий остров — это и есть знак, о котором говорил Оракул Пайрос. Скоро на Землю упадет огненная комета, которая уничтожит все живое. Что? Держи язык за зубами, Влад. Никто из генералов не должен об этом знать. Простите, но у меня дела. Тогда до скорого, приятель. Ну и что ты теперь скажешь? Этот остров не может быть хорошим предзнаменованием. Будьте начеку, парни. Благодаря звукофону мы наконец-то знаем, где охотники могли видеть Уилла Строкера. Главное, что он жив. Я рад, что мы наконец узнали что-то хорошее. Теперь наша задача поскорее его найти. Вы не поверите, что мы тут нашли! О чем идет речь, Боб? Что-то серьезное? Да, это скала Динафрозов. И скоро мы туда доберемся. Так вот она, знаменитая скала Динафрозов. Я думал, она выше. Я, кажется, сейчас расплачусь. Какой трогательный момент. Вы меня понимаете? Да, Боб, это родина Динафрозов. Диночасики. Похоже, эти красавцы улетают. Они настолько же красавцы, насколько хотят нас прикончить. Тогда почему часики еще мигают? Идите сюда, я кое-что нашел! Здесь определенно что-то написано, но этот язык мне не знаком. Скоро я это прочту, и мы все узнаем. Да ладно, заделался читателем надписей на обелисках? Нет, я заурядный гений, не более того. Влад не умеет прикидываться дурачком. Я чувствую, что он от нас что-то скрывает. Одних подозрений недостаточно, нужны веские доказательства. Ты намекаешь на то, что нам не мешало бы в этом разобраться? Разумеется. Я буду приглядывать за ним. Обожаю вынюхивать подробности. У звукофона есть сразу несколько функций. Это не только вербальный перевод любого языка, но и перевод любого текста, даже выдолбленного на камне. Значит, эту штуку может слушать и читать. Да, и читать тоже. Правильно, Эрик. Поздравляю, Эрик. Эта вещица принесет нам немалую пользу. Ученые проводят годы за расшифровкой знаков, подобных этим. А я переведу для вас эту надпись за 30 секунд. Боюсь, эта маленькая коробочка может оставить меня без работы. Так поведай же нам легенду Большой Черной Скалы. Похоже, тут написано про нас. Все как-то сильно напоминает историю Динафрозов. Здесь написано про комету. Вскоре после появления предвестника огненная комета уничтожит Землю. Однако комету можно остановить, если комета остановит себя сама. Эй, а вам не кажется, что здесь одно противоречит другому? В аспирантуре я изучал огненную комету. Его осколки разбросаны по всей доисторической планете. Этот метеорит описывают как некое супермощное мистическое оружие. Ребята, вы еще не знаете, что написано на другом фрагменте стены. И придет тот, кому предначертано остановить комету. Он и человек, и чудовище. Он и предводитель, и друг. По-моему, речь идет о нашем томе. Что написано дальше? Читай. Огненный камень. Погодите, он должен найти все осколки огненного камня Динафрозов. Похоже, мы начинаем охоту за камнями. Как только команда найдет и соберет все осколки, планета будет спасена.
Значит, чтобы избежать конца света, нам нужно найти все осколки. А что, если мы не найдем их все до одного, или они уже у драконов? Тогда конец света будет неотвратим. Не знаю, почему эта доля выпала именно тебе, Том, но думаю, все согласятся тебе помочь. Я рад, что судьба распорядилась именно так. Ведь мне повезло иметь таких хороших друзей, как вы, и такого прекрасного отца, как ты, папа. И не забывай о драконах. Мы избавимся от них, чего бы нам это ни стоило. А затем уничтожим эту комету. Ребята, помните об одном. Мы команда динофрозов, самая могущественная сила во всей Вселенной. Что скажешь, приятель? Я спасу планету с завязанными глазами. Будешь искать осколки огненной кометы с завязанными глазами? Лучше спроси, как я с завязанными глазами успел заметить парочку воинственно настроенных драконов, выплывающих из-за горизонта. Там что, драконы? Два дракона летят нам навстречу и, кажется, намереваются преградить путь. Интересно, мы с ними уже встречались? Вполне возможно. И похоже, они нас тут уже поджидали. Похоже. Там больше никого нет. Диночасики врать не станут. Ну что, ребята, займемся наконец делом? Джон, старайся не замедлять ход. Ты правда думаешь, что мне об этом нужно напоминать? Давай, Боб! Убойный лазер! Молодец, Мозгила! Да не Мозгила, а Громила. Молодец, Громила. Вот мне и пригодился опыт в компьютерных играх. Отлично. Да! Поздравляю, парни. Возвращаемся. Нам нужно о многом поговорить. Генерал, ты уверен, что расслышал все до конца? Боюсь, что все именно так, как я рассказал, мой господин. Полагаю, динофрозы скоро снова туда вернутся. Поэтому я отправил к скале динофрозов двух своих воинов. Выходит, теперь динофрозам известно о приближающейся катастрофе, и они будут делать все возможное, чтобы этого не произошло. Но в предании также сказано, что приближение кометы можно остановить при помощи осколков огненного камня. Не беспокойся, они позабыли, что имеют дело с драконами. Динофрозы не сумеют собрать осколки, потому что динофрозы будут уничтожены незамедлительно. Мы готовы, господин. Так покажите мне вашего нового чемпиона. Мне сказали, что тебя нарекли серебристой вспышкой за яркие вспышки молнии, которые ты оставляешь во время полета. Ради вас я готов сделать все, на что я способен, мой господин. Тогда я приказываю тебе отыскать динофрозов и лишить этих несчастных их никчемной жизни. Я сделаю это легко и умело, но не упущу возможности дать им как следует помучиться, мой господин. А теперь неси обратно! Эй, что вы делаете? Идем! Отпустите его! Правильно, Таск! Покажи им! Больше никогда не трогайте талисман динофрозов! Вам понятно? Друзья, похоже, нас ждет работа. Диночасики словно сошли с ума. Время драконов! Похоже, дело серьезное. Эй,
Ваша погибель мчится на всех парах, динофрозы! Диночасики указывают на северо-запад. Похоже, там будет холодно. Кто-нибудь прихватил перчатки? Досадно. Терпеть не могу холод. На нас что-то движется, и очень быстро! Всем немедленно укрыться! Том, взгляни на диночасики! Том, они вообще показывают время? Если нет, то почему мы называем их часики? Серебристая вспышка, вес 1,5 тонны. Дракон-мутант. Развивает скорость до 350 километров в час. Во время спецатаки он превращается в настоящее огненное торнадо. Так вот, что такое самая суперсильная спецатака. Том, существует ли динофроз, способный его остановить? Противник достойный, но думаю, я готов рискнуть. Привет, динофрозики. Я не понял, вы что, не едете, а ползете? Держись, Том. Мы постараемся помочь. Динофроз! Эволюция! Эта тачка еле передвигается. Эй! Дракон! Эй! Нырять запрещено! Серебристая пышка? Странное имя для такого молодчика, как ты. Ой, как рассмешил. Давно я так не веселился. Потанцуем. Неплохо брыкаешься, серебристая пышка. Забавно, но я быстрее тебя. Это факт. Том превратился в велоцираптора! Эволюционировал! Ты серебристая пышка! А может, мне стоило превратиться в экстерминатора? Если ты уже закончил свое выступление, может, наконец подеремся? Куда это ты? Ладно, если серебристая пышка тебе не по душе, давай будем называть тебя Бублик или Кренделёк. Пик, замолкни! Один вопрос, ты трепишься, потому что не умеешь драться? Куда ты опять подевался? Огненная торнадо! Вот это сила! Да это плохо! Джон, просыпайся! Иди к пушке! Я добавлю ему огонька! Проклятые динофрозы! Привет, жареная головешка. Да, подойди поближе, без проблем.
Нет! Попрощайся с родными и близкими, Динофрос! Стоп, куда он опять подевался? Верно, куда же он опять подевался? Теперь он прямо над нами! Огненная стена! Думаю, такую проблему нам будет решить непросто. Да, твои способности меня впечатлили. Целая стена огня. Огненная стена. Стена смертельного, обжигающего, пожирающего все огня. Я сдаюсь. Что, сначала тебе было до смерти смешно, а теперь стало до смерти горячо? Не нравится мне этот тип. Ой, как не нравится. Что будет делать Том? Неважно что, главное побыстрее, пока мы тут не поджарились. Это горячо. Я сделаю из вашего пепла смузи. Это невозможно. Ох, разгорячил ты меня, серебристый пончик. Нет, правда. Теперь моя очередь. Получай! Спецатака «Стальной коготь»! Все-таки Раптор успел выключить плитку. Динофрозы! Да! Ха, это было эпично! Я думал, что ему понравятся мои шутки. Какое неуважение! Теперь ты и правда прошел через огонь. Верно. И похоже, в нашем арсенале появился еще один превосходный динофроз. Эй, а куда девался летающий остров? Сенсоры, установленные на дронах, ничего не зафиксировали. Похоже, летающий остров исчез. А? Но как мог исчезнуть целый остров? Полагаю, таким же способом, каким он появился. О, великий Пайрос, я пришел за советом. Слушаю тебя, генерал Влад. Я хочу знать правду. Верно ли, что говорит Дракемон? Близок ли конец света? Судьба этой планеты предрешена. Но она струится, как вода в реке. Никто не в силах предугадать, каким путем она доберется до моря. Значит, путь можно изменить? Не может быть! Вы за мной следили? В самых сильных болезнях нужны и средства самые сильные. Мы догадались, что один из нас не договаривал правду. Генералы, вам не положено здесь находиться. Почему же? Мы что, не подошли под раскоду? А теперь серьезно, сейчас ты расскажешь нам все как есть. Что Дракемон прячет в этой пещере?